Извините, ребят, чуть задержался, я дал пизды тиранозавру только что. Ну, он здесь вот ходил. Чисто расшатал нахуй. Руками забил. Руку видно. Пошел ты нахуй, понял? Руку видно, блядь. Что ты на это скажешь, гений? А? Смотри, опять он пришел. А ну съебался на. Видел? Руку видно, блядь. Ты кого хочешь наебать? Или ты сомневаешься в моем кунг-фу? Хуятина. Руку ему видно, блядь. Хочешь, открою тебе секретный ингредиент? Секретного ингредиента. Как добиться успеха? Что ты должен делать? Смотри. Смотри. Это зеркало. Понимаешь, к чему я? Секретного ингредиента нет, брат. Посмотри в зеркало. Вот он, секретный ингредиент. То есть сам ты. Ну, хуёво получилось, потому что зеркало не... Ой, отъебись, короче. Ребят, сразу покормлю. Орлята есть? Голодные. Покормлю сразу. Маленьких орлят покормлю. Сначала маленького динозаврика. Подождите. Динозаврику нравится. Теперь орлят моих. Поехали. Мама птеродактиль прилетела. Я ебу гусей. В общем, приятного аппетита, нахуй. Все, погнали. Бля, пока нет учеников. Ничего, ничего. Ты потом мастер и охуеешь. Не открывай, у нас мало денег. Пиздец. Морозят, короче, этого. Хозяйку хаты. Прикиньте. Гоу другой фильм. О, точно. А знаешь что? А сходи, наверное, нахуй. А мы посмотрим Ипмана. Эй! Это вы учитель Вин Чунь? Мать говорит, это я! Довольно слов. Давайте драться. Проиграю, буду вашим учеником. Прикиньте. Прикиньте, тип крутанул себе бигудей. Говорит, довольно слов, нахуй. Нет, говорит, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день, говорит, на Титанике. Брат, ты не попал в него. Блять, царь, на. Так он же его еще не бьет, ну понимаете, он... Мы же все видели, как он бьет в первой части. Когда он кромсал нахуй просто. Ну так, чтобы уже не вставали. Ногу ломай. Не надо. Ты что, долбоёб? Это потенциальный ученик. В смысле ногу ломай? Он будет каждому ученику ломать ноги. Кого он тогда выпустит, блядь? Ну чисто одноногих конфуистов. Мастеры, а я и не знала, что вы такой сильный. Поразительно. Класс. Сейчас, мастеры, а научите меня. Да. Вышла. Дал пизды и бабушке. Просто за то, чтоб, ну, типа, не сомневалась. Опа! Братков привел! Ля, весь БТС пришел, ребят. Весь БТС. Отче наш. Пан Кихой. Кончи Мин. Инсулин. Ебать! Повалил. Я думал, ебасосом ударит об плитку. Нет, подставил ногу. Смягчил, так сказать. Шо, инсулин? Я Хуан Лян. Возьмите меня в ученики. Есть. Есть, первый деп. Сначала заплатите. За обучение. Блять, ну ему надо за хату платить. Защита и атака. А вот так. Поняли? Посмотри на них. Вот как думаешь, они поняли? Это ты их позвал? Ах, приносишь лаве мне. Ай, уже пирамида целая. Бля, мы вроде красава. Блять, интересно, вот придет Зола с отцом?
сюда, типа. Где ваш мастер? Лучше вообще не ввязываться в бой. Продолжайте тренировку. Красава. Вот, вот это и есть жизненный путь, психология и, ну, типа, учение Винчунь. Лучший бой — это бой, который не был развязан, ребят. Это, ну, это красивые на самом деле слова. Лучше, типа, не вступать в бой. Ну, а если у них оружие? Ебать, он фолловеров набрал. Ну, получается, да. Уже 8 человек подписаны на него. Пожалуйста, отпустите его. А ну отдай. Блядь, батя хавает, пиздец. Он стащил жареную утку. Я заплачу за него. Плати. Заплатил за белочника. Блядь, они... Японцы сырую рыбу. Это сырую утку. Она орёт, блядь. Кря, кря, он жрёт её. Страшно, короче. Японцы ранили его в голову, он больше не узнает никого. А, стоп. Это тип, который бизнесмен? Уйди, уйди, уйди! Уйди, уйди! А утка где? А где он утку дел? Я из школы Хуана, мне нечему там учиться. Опа, он из школы Хуана, ребят. Посмотрите, вот пацаны из школы Хуана. Запомнили? Хватит уже, я спешу. Блять. Блять, ну чуть-чуть бы. Бля, скриптонит тоже красава. Я не знал, что он и в первой играл, и во второй части. А, стоп. В первой Оксимирон был. Блять. Ебать, ля. Черти. Ваш ученик Лян побил нашего брата. Мы держим его у себя. Приносите за него выкуп на рыбный рынок. Что? Я принесу сейчас на рыбный рынок свой хуй. Который, кстати, после 4-часового стрима Каза, ну, ничем не отличается запахом от рыбы. И вы сейчас все возьмете за щеку, блядь. Ля, он говорит, перекурю сейчас, подумаю. А, решил, говорит, нахуй он всрался. Ебать, там же чьи-то ноги. Кто-то дернулся? Да, висит тип. Или я ошибаюсь? Ну, видать, бизнес не пошел, или хуй знает. Ладно, короче. Ладно, хорош. Деньги принес. Полегче, полегче. Блять, он, короче, не принес деньги, ребят. На! Friendly Fire! Прилетело в голову своему же кенту. Бежал помогать. Ля, там человек 17. Он повел. Вы поняли, да, куда? Побежал с типом туда, ну, чтоб уединиться. Смотрите. Смотрите. Вот, вот с этим типом, говорит, погнали. И потянул его. Ну, сейчас будет что-то жесткое. А тот тип скажет, почему это пахнет рыбой? Он, не задавай вопросов. Я долго не мылся, давай соси. Вы поняли, что он сделал? Перевернул, чтобы не, ну, не убивать, не ранить, а чисто лещей раздает нахуй ножами. Блять, как вы думаете, ножом леща это больно? Ебать, брателла, понтов нагнал! Нихуя себе! Я видел-видел понтометов! Вот у меня много было, ну, из окружения кентов, ну, знакомых понтометов. Но вот этот, вы посмотрите, что натворил. Глянь! Ебать, красава! Тут скриптонит и охуел. Ты что делаешь? Он говорит, я не знаю. Я недавно просто устроился в эту, в группу поддержки. Вот эти, которые... Ипман, которые жабки, поняли? Как они называются? Быстрее вот эти типы. Девочки, которые танцуют. Сука. Быстрее, быстрее. Ну вы поняли, да? Черлидерши. Да, да! Я, говорит, чисто, ну, исполнил. Это шо? Учитель! Ебать! Опять? Это который... Кент Чипинкоса. С ним всегда. Дядя Джо-Джо. Или как? Джо-Джо Армань. Короче, мне похуй как. Ты должен принять вызов от нескольких школ. Если победишь, значит достоин обучать боевым искусствам. Что? Какие правила, дед? Иди прими таблетки нахуй. Правила у него тут.
Ты поднабрал, блядь. Тут вообще непонятно, тут мастер или два. Или ты съел мастера, блядь, и сам стал мастером. В каком году в Гонконге открылся Макдональдс? Пара лишних наручников и для него найдется. Что, меня? Учитель? Ну, тихо. Вперед. О, мусора пришли. Всех забрать, говорит. Кроме мастера, который съел мастера. Ваши деньги смердят. Но мне это нравится. Но не может быть. К турниру? Не может быть. Это же бескоррупционная Великобритания раньше управляла Гонконгом. Неужели и здесь были взятки? Куда же смотрела королева? Королева Ф. А. От того, что не досмотрела. Жена, у тебя есть деньги? А тебе зачем? Дай лаве, блядь! Не хочу опять постоянно переживать за тебя, как прежде. Да не переживай, блядь, ты постоянно на переживухах какой-то. Он что, алкаш какой-то, блядь? Или тебя пиздит? Он ходит, пиздит типов. Зарабатывает лаве этим. Чё ты постоянно доёбываешься? Вокруг и так геморроя, блядь. Он думает, как бы прокормить тебя. Нет, сейчас думает, суеты, блядь, охота навести ночью. Ну, пока спим. Слушайте, а выебу-ка я ему голову. Ты дерешься. Уверен, мастер Ло, что он вам не ровня. Взаимно, мистер Джан. Ля сидят. Он вам не ровня. Все здесь такие прожженные, знаете. Сейчас батя так раздаст пиздов всем вот этим вот мастерам. Пришел сегодня сюда, чтобы принять ваш вызов. Ля. Если ты попросишь пощады... Видели? Тот скриншотит сидит. Сразу запоминает все. Смотрите. Который дальний мастер. Сейчас посмотрите. Вот здесь вот подо мной прям будет. Смотрите. Поэтому смотрите. Пришел сегодня сюда, чтобы Ля. Принять ваш сфоткал, вызов. Видели? Видели, сфоткал? Не сюда, чтобы еще принять... Раз. Раз сфоткал Ипмана. Покажите еще раз. Я покажу, ребят. Посмотрите. Здесь. Пришел сегодня сюда, чтобы принять ваш... Пиздец. Вызов. Подожду, может, еще кто вызовется. Опа! Все мастера такие... Да не желаем, блядь. Мы мастера охуенные, но у меня ковид сейчас. А у меня что? Нога тянет на погоду, нахуй. Тот говорит, а я пацифист, я против драк. А я гей. Ладно, пойду первым. Опа, опять заскриншотил его. Пойду первым, говорит, и сфоткал. Смотрите. Ладно, пойду первым. Раз. Давай. Фотограф первый, ребят. Он оконтузил деда или что? Стиль мангуста? А. Удар двойная молния. Берегись, брат. Он что? Давай драться будем или перечислять, блядь, твои эти. Опять. Ну, полу сфоткал. Чисто так, пол лица сфоткал. Ебать. Мастер Ло, вы целы? Мастер... Ло, это Джей Ло сокращенно? Дженнифер Лопес? Были бы там лезвия, он был бы уже мертв. Это слишком. Давай, дед! Выходи против Ипмана и поставь лезвие. Сидит пиздобол. А вот при Якубовиче было лучше. Ты заебал на. А стол-то скользкий. Скользкий стол просто у типа. Вы думаете, он не мог дать пизды Ипману? Стол скользкий. Просим, мастер Джан. Стол и правда очень скользкий. Прошу. Мастер Джан выглядит как алкоголик, дядя Толя. Сосед мой. Ержан. Нет. Просто мастер Джан. Это не Ержан, блядь. Бля, он крутится. Мастер Джан вышел и крутится чуть-чуть. Ну, отвлекающий маневр. Бля. Повис на нем, говорит. Не отпускай меня. А он не отпущу. И... Бля. Мастер, ну, блядь, красава, дед. Я б сейчас так сел, вылетели бы две коленные чашки, нахуй. Так деду 84, мне 36. Просто вот так вот бы я так же само сидел, но две коленные чашки рядом. Ну, вот так вот стоят, по бокам. Какой еще мастер вызовется? Все такие, да что-то, блядь, как-то сегодня не день получить пизды. Опа! Шансунг. Шо вы пиздите? Сломались бы нахуй табуретки эти, блядь.
Отец Макдоновца вышел. Нихуя хорош пудж. Ебать! А как драться теперь? Идите на маленький стол, пиздуйтесь теперь. Потом и тот разломают. Раз на ножке табуретки уже пиздуются, стоят, прикиньте. Табуретка разломалась. Там гвоздь торчит. На гвозде стоят. Вступившие в наше сообщество платят ежемесячный взнос. Скики. 100 юаней в месяц. Скики, блядь! Что вообще охуели? Заплатишь, никаких проблем. Ля, дед сфоткал. Тебе не надо фоткать, там дед фотограф. Вин Чунь превосходит школу Хуана. Блять, а видно, что ребенок Хуана, ну, не нуждается в еде, да? Школа Хуана. Посмотрите на мальчика справа. Вот сейчас, смотрите. Чё-то мне кажется, что в этой семье нормально хавают. Эй, ты в последнее время плохо ешь, так? Нормально он ест, блядь! Что, кишка тонка? Хорош! На, все цветы матери, которые сажала. Хорошо, что вы не моей мамы, вот эти вот помидоры и огурцы. Пизда. Она вам такой Винчунь всем показала. Смотри, винчуньцы! Бей их! Ебать! Универсамовские против там кого? Пацан на асфальте. После сегодняшнего случая хозяева изменили решение. Я понимаю. Они решили не сдавать тебе больше это место. Так это ж не он и не его пацаны исполнили. До встречи. Это те гандоны. Раздай ученикам. Они это заслужили. Спасибо, учитель. Чего? Лаве ученикам раздается? А у Ипмана приходят и платят ему. Я хочу к этому, блядь. Я к Макдоналдсу хочу ходить заниматься. Мне нужен твой учитель. Цзинь. Все свободны. А чё? Подожди. Цзинь. Давай, скажи, ну ты же герой такой. Скрип. Давай, пизди Ипмана. Тогда мы не завершили наш бой. Закончим сейчас. Ебать. Толстый говорит, что-то давно я не получал пиздов. Осторожно. Нет. Фу. Чуть, блядь. Чуть толстому джуниору не прилетело в ебасос от толстого бати. Хорошо, что Ипман засейвил. Ля, она всех привела. Говорит, вы пиздитесь? Можно мы посмотрим? Дети проголодались. Ты закончил? Естественно. Вот проголодался больше всего, на руках который. Проголодался. Ты сладенький. Ебанешь вот такую курицу гриль. Вот такую, с лавашом и чесночным соусом, в рыло. Ну и что будем есть? Мороженое! После ужина пойдем за мороженым. Мороженое будем есть! А мальчик на руках говорит, 4. Пасу, ребят, я быстро. Здесь пока ничего интересного. Учитель, ходите. Идите нахуй. Ну же. Шифу. Учитель, я хотел с вами поговорить. Шифу, нет, Шифу это в переводе учитель. Я же вам рассказывал еще на Кунг-фу Панда. Ну, они его назвали мастер Шифу. То есть в переводе это учитель-учитель. Что, блядь? А здесь Шифу. Ну, ты можешь называть старшего. Преподавателя, учителя, наставника. Шифу. Блядь, я даже таксисту говорю Шифу. В этом мире никто не остается непобедимым. Непобедимым знаете, кто останется? Флойд Мейвезер. Вот. Тип, по которому невозможно попасть нахуй. И Чак Норрис. Точно. Кто-нибудь, уберите этот желтый шматок жира отсюда! Осуждаю, мразь ебаная. Он еще свое получит. Да получит, гандон. Значит, вот он какой китайский бокс. Лучше бы вам танцами заняться. Чмо ебаная, блядь. Это Тайк Майсон? Что? Ты что, ёбнутый? Прекратите драться! Хватит, достаточно! Ля, он кричит, хуета, хуета все это. Послушайте. Прекратите, да прекратите же! Хуета, хуета! Прекратите драться! Хуета! Прекратите! Ля, хорош, толстый, дал ему, блядь. Я буду драться! Я его по земле размажу, пока он не извинится. Убить ля, ля! Деды выскочили, алкаши.
Я ему дам, нет, я ему. Это Олег Монгол и вот этот муж Иришки Чики-Пики. Ребята, сможете сделать пасту? Вот, вот уже эту лягушечку, только за деда сейчас топим. Или нет? Ну типа, давай дед, давай дед. Да не Ипман, долбоёб, там дед. Ой, блядь. Посмотрите на меня, нормально? Бля, дед аж... Вообще, говорит, какой год от Рождества Христова. Если бы дело было только во мне, я бы стерпел. Но речи китайских боевых искусствах вообще. Блядь, отдай уже этому кучерявому пизды. Пизда. Сэр! 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 Да уж, постарайся, толстяк. Блядь, ребят, небольшой, маленький плюсик в чат. Кто бы сейчас, ну, с удовольствием, прям без вообще единой доли сомнения, вот эту дубинку, которую я сейчас всунул бы в очко на живую, ну, причем вот так вот, сантиметров на 60, нахуй. Есть, да, такие? А теперь поставьте плюс в чат, кто бы ему всунул. Понятно, что тут много тех, кто себе посувал бы. Ему кто? Естественно, ребят, в игре Amazing Online. Ему нет, да? Все, я понял, кукурузик. Кукурузик чисто себе. Поддаваться не буду. Когда эта хренотень догорит до конца? Это ебать неуважение. Вы же понимаете, что он делает? Ну, это традицию и культуру унижает, сидит. Считаете, что китайских боксеров больше нет? Зажигая палочки благовоний. Мы чтим память предков. Я вызываю вас. Ты делаешь огромную ошибку. Нет, господин Твистер. Вы будете сейчас сосать такой хуй, который вы еще не видели. Который даже не мечтали вы, чтобы оказался в вашей жопе. А он окажется. Ля. Ебать, вы видели? Сумка Луи Виттон. Еще типа древняя. Ой, блядь. И здесь, да, вставили рекламу? Ненавижу, блядь, когда во время... Вставляют рекламы. Я же сказал, работайте, не отвлекайте. Да. Напиши еще раз, что хуйня там какая-то. Чтоб вторую руку, блядь, перебили. Он ненавидит нас, китайцев, постоянно издевается. Я буду тебе платить, а ты будешь о нем писать и в конце концов уничтожишь его. Блядь, красава. Ребят, готовьте лягушечку. Итак, скоро начнется бой между... Готовьте лягушечку, которая Ипман. Китайцам и англичанинам. Китайско-европейский турнир по боксу. То же самое на английском. Китайско-европейский турнир по боксу. То же самое на английском. Прошу вас, не приветствовать бурными аплодисментами. Переводчик гений, нахуй. Кто это переводил? Я памятник ебану ему. Твистер! То же самое на английском. Есть! Идет с огромным-огромным хуем в жопе. Бля, не Твистер, Твистер. Видели? Блять, вы видели, как выходят типы какие-нибудь? Типа вот Тайсона выходил. У него, сука, 16 поясов там огромные. Гляньте, вышла эта шляпа. Смотрите. Глянь. Одним выебаются. И то какой-то ремень непонятный. Он не боксер. У Киркорова, блядь, забрал чисто и все. Твистер, иди нахуй отсюда. Я могу раздавить тебя парой ударов. Ты можешь отсосать. Это будет проще простого. Побейте его, как побили меня. Вас-то кто угодно побьет. Заткнись. Заткнись. И сфоткал. Я запомнил тебя. О, ебать. Ипман, 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 Ипман. Ребят, поддерживайте, блядь. Ля там одна мразь, Твистер. Видели? Выскочила. А ну иди нахуй. Хорош. А есть те, кто болеют и за Ипмана, и за Ипстера? Тогда кричите хипстер. А, за Твистера. Хипстер. Блядь. Хорош. Хорош. Прошло, блядь. Ты чё, мразь, блядь? Ебать. Сука, чёрт засатый. Пожалуйста, сообщите китайскому бойцу, что удары ногами запрещены. Что? Что, блядь? Пизда. Блядь, ну как, на? Учитель.
Вот как объяснить, ну, кунг-фуисту, что ногами нельзя, блядь? Вставайте! Вставайте! Учить... Этот опять спиздил где-то еду и... Вставайте. Давайте, поднимайте. Утку хоть доел? Четыре! Учитесь, поднимайтесь, блядь! Ребят, поддержите сейчас максимально его. Давайте, Ипман, Ипман, в чат. Поддержите, блядь, ну, если не мы, хуй он справится. Ипман, Ипман, Ипман. Шо там, на? Шо, твистер? Сосать твистер. Плюс лежать. 9! Ля-ля-ля. Тупо затолкали его, затоптали гуся ебаного. Говно лежит, блядь, по нему все прошлись. Так все, выкидывайте на свалку хуесоса задроченного. Туда, куда-нибудь, на рыбный рынок, блядь. Арестовать его. Ебать. А теперь на китайский лагерь, скорее всего. Ох, там любят у таких высоких, красивых европейцев. Ой. Встаньте, ребят, все сейчас встаньте, где бы вы ни были. Домой возвращайтесь, в метро, встаньте нахуй. Встаньте, если кто-то прикован, в коме лежит, вставайте. Неходячие тоже. Что вы теперь будете делать? Теперь мы сейчас всей братвой пойдем дадим нароту тому боксеру. Британскому. В принципе, все планы. Пиздец, он пока дрался, она родила. Уже в садик пошел, дитё. Дядя Ман, у меня есть новый друг, хочет у вас поучиться кунг-фу. Заходи. Ебать, аж мурашки. Вы поняли, кто это? Как тебя зовут? Ли Сяолун. Ебать, Брюс Ли. Фу. Спасибо, ребяточки, что посмотрели.